Россия пустила поезда в обход Украины. Российские грузовые поезда начали курсировать по ветке железной дороги, построенной в обход Украины полтора месяца назад. Российские железные дороги организовали регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка-Миллерово в обход Украины. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. По данным компании, тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады. Когда запустят пассажирские поезда, в пресс-службе не сообщили. Напомним, в начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины. По материалам сайта newsgro.com.